Полубаланс – это такое катание на роликах, когда одна нога едет на четырех колесах, а другая на одном. Они помогут ездить на одной ноге и в целом улучшить контроль, да и катание станет более стильным и уверенным. А также они помогут зашагивать на бордюр. Главное понимать, что вес нужно держать на ноге, которая едет на четырех колесах. Проедьтесь в роллерской стойке и поднимите ведущую ногу на пятку. Можно немного приседать на ноге, чтобы почувствовать вес и контроль. А теперь попробуйте перенести вес на ведущую, а заднюю поставьте на носок. При этом нужно немного приседать. Пробуем делать оба упражнения, меняя ногу, которая едет на одном колесе. А теперь готовимся к зашагиванию на бордюр. Для этого вам нужно переваливать вес с полубаланс хил на полубаланс тоу, переднюю ногу при этом нужно согнуть. Выполняя такое движение, бордюры больше не будут проблемой.